Я не очень доволен с точки зрения того, что мы вложили столько много денег в эту Олимпиаду, но у нас уже другого выхода нет. Мы начинали и понимали, что это надо заканчивать. Я думаю, очень много людей, которые участвовали в этом процессе, не очень хорошо до конца понимают, что в феврале закончится Олимпиада, а уже в марте будет очень серьезный анализ того, что сделали, сколько сделали, что чего стоит и куда что ушло. И сигналы, которые сегодня идут в обществе, надо, чтобы все, в том числе эти большие начальники и чиновники, их слушали и смотрели. Вот последние события в Росгранице. Понимаете, дали денежки, сказали, что это нужно обустроить. И все в обычной системе координат, которая сложилась длительное время, вот, в так называемой вседозволенности, начали это дело пилить. Когда деньги закончились и начали смотреть, что же мы на эти деньги сделали, понятно, что там немножко не хватает, понимаете. И отвечать придется всем. Поэтому Олимпиаду надо проводить. И то, что мы проведем Олимпиаду достойно с точки зрения внешней и так далее, я не сомневаюсь. Я обеспокоен результатами России на этой Олимпиаде, реально обеспокоен. И очень хочу, чтобы мы выиграли, мы обязаны сделать и так далее, на этот выигрыш и так далее. Но то, что там построили, должно работать на страну. Будет это работать или не будет, мы узнаем буквально через год. С того, как закончится Олимпиада. Практика критерий истины.